Знаете ли вы Караганду? Известный карагандинский телеведущий написал и выпустил книгу по истории Шахтерского края. Сборник вопросов и ответов будет интересен любому кругу читателей. Все началось 20 лет назад. Рушан Бараев создал рубрику «Ретро-новости». Яркий, эпатажный, эмоциональный, член Союза журналистов. Автор и ведущий программ, фильмов и телеочерков об истории города. «Однажды в Караганде», «Моя Караганда», телевикторины «Знаете ли вы Караганду». Это было несколько лет назад. Я стал делать тесты на интернет-портале «Playbus». И когда их скопилось достаточное количество, я решил из этого всего сделать телепередачу, телевикторину. По типу «Хотите ли вы стать миллионером?». «Знаете ли вы Караганду?» Телевикторина на Пятом канале. Совсем недавно увидела свет книга Рушана Бараева. Название говорит само за себя. Это сборник вопросов и ответов по истории Шахтерского края. Как назывался первый кинотеатр Караганды? Откуда, из какого города говорящий слон Батыр? Какая часть скелета Джучихана отсутствовала? Вот таких 100 вопросов и 100 ответов в этой книге. Спасибо моему коллеге Асель Сабитовой, которая помогла мне перевести эти 100 вопросов и 100 ответов на казахский язык. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Дети, молодежь, взрослые. Дети узнают что-то новое, интересное о своем городе. Взрослые вспомнят былое. Может быть, поправят меня где-то. Вдруг я где-то ошибся. Карагандинцы знают Рушана не только как профессионального телеведущего, но и как замечательного человека и просто патриота своей страны. Вся книга пронизана любовью к родному городу. К слову сказать, интерес к своему краю у него возник еще в 10 лет. Тогда еще мальчик Рушан на скопленные деньги купил первые книги о шахтерской столице. Это было в начале 80-х, мне было лет 10. Я ехал на велосипеде по улице Ржанова и увидел книжный развал. Агитплощадка какая-то была, то ли выборы, то ли еще что-то, праздник какой-то был, лето. Я остановился и среди прочих книг увидел вот эту книжицу «Город солнечного камня». 45 копеек. Я купил ее. И да, с этой книжки началось мое увлечение историей города. Автор книги выразил надежду, что его сборник достигнет своей цели, попадет в поле зрения неравнодушной читательской аудитории, пробудет интерес жителей к истории родного края и будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Книга интересна широкому кругу читателей. С ее помощью для педагогов будет удобно организовать урок, либо устроить веселую викторину на празднике. Вышло около 500 передач «Моя Караганда», гостями которой становились карагандинцы наши. И если эту всю массу информации обработать. Люди приходили со своими фотографиями, воспоминаниями уникальными. Если это все обработать, и получилась бы замечательная книга о нашем городе. Я думаю, что это в планах. Да, это можно реализовать это. Тираж книги ограничен по причине того, что автор издал ее на собственные средства. Приобрести сборник по довольно недорогой цене можно в сети магазинов «Книга для вас» на Назарбаева 3 и Пайрубаева 51/2, либо непосредственно у автора. В последнем случае вы получите еще и автограф. Светлана Фарина, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, Пятый канал.